Принес? Что за дела? А здесь? Некрасиво. А еще? И ты дай! Пальцу не верь! Да это что попугать! Оп, ты меня поймаешь? Хватит, оставь его! Тихо, тихо, не дергайся. Чего у тебя здесь? Ты прячет еще козел. Как? Да. Ну-ка, мои бджильджонако. Аки, Ибраим. Данай, тоже остался. Файз на тебя и на Далера. Куя да, Сабиным, братчика. Ибрахим, играешь. Горцом! Ну что, все поставили, да, ребята? Да, пусть посмотрит. Файс, особый. Будем посмотреть. Тебя наполовину. На тебя дали. Тумурды. Отвечаю. Гадкам! Что съелся? Кто же задержится? Посмотрим. Куда ты опасно, да, чему да ты? Ну что, по второму разу. Музыки дадим, да? Двигайся. Ай, каниба, что, дома моны нохи? Стоит. Ана, Михаил, да, дома моны нохи, а? Ама гуш пакимор. Тумурды. На тебя, Ибрагим. Далер, на тебя. А ты чё, ты, я не чё ставлю. Деньги переводят в другую сторону? Руи замин, гадкам! Восемь. Аналогичный случай был в Баку. Что вы говорите? Мистер Дета. Это рядом с Ташкентом? Нет, напротив. Спасибо. Бери. Ибрагим? Да. Рыбару, на меня не играй, я сыт. Играй только на тебя, ставь тост. Данай, я тебя прошу, завязывай. У тебя же нет денег, ты же пустой. Другой раз с удовольствием. Кто ты мне, отец, что ли? Накушался моими деньгами. Указываешь мне. Ставь тост. На, бей. Дай. Сверху. Отвечаешь? Да. Далер, дай. Перевод, раб. И на. И на перевод. Рысамин. Гадка! Она и брови мы дала. Ну, не дёшь. И на. Сам напросился. 50 буду должен. Естественно. Идем, дорогой, Далерджон. И на брат дол. Дорогим, вышел на это? Да. Дигар Алмурт, отвечаю. Файзиди Боба. Где Буди? Следующий раз, да. Иди ко мне, бджильчик. Тасли стоят? Бутагич, да. Последняя рука. Файз, ты далее. Сможешь давать. Естественно, подбор. А ты остался. Постой. Так не пойдет. Как так? Будешь играть. Да ты же пустой. Отвечаю. Чем? На слово. Сколько? 100. Гучба Химор. Отвечаешь? Я уже сказал. Я закончил. Рано хочешь встать. Еще бей. К моему долгу еще 100. Отвечаю. Что ты хочешь? Отдыхай, да?
Ну, не везет тебе. Отдай свои 100 кому-нибудь. Сам отдавайся. Какая Дана? Да встань. Кидай, кидай. Надо его... Все, крайнего нашел. Да ты был и будешь крайним. Нет, Данай. Мне жалко тебя. Побереги себя. Ты за меня не беспокойся. И не указывай мне. Я тебе дал к долгу 100. Ну и что? Блин. Вот. Движимое и недвижимое. Идет? Что захочет, возьмет, что ли? Да. Зря, Кайданы. Кидай! Пошли. Слушай, ты завязывай, а? Ты у меня вот здесь сидишь. Бед. Ты чё? Солома, кейш? Чё такое? Вали ты. Все слышали, да? Движимый, недвижимый. Чего тянешь? Ёбу тянешь! Оп. Двойной бош. Айдё, идёшь, кобит. Ну что, чё? Генрих, можно вас... Ещё что, поставь? Это... Никуда ты не уйдёшь, будешь играть здесь. Ты кто такой? Хочу уйду, хочу буду сидеть. Не уйдёшь, будешь играть здесь. Я не буду играть с тобой. Лично с тобой никогда не буду бросать. Я буду бросать. Мало что ты будешь бросать. Без меня. За холодные деньги лодишь, да? Объясни ему. Данай понервничал, понимаешь? Движимо, недвижимо, не надо обращать на это внимание. Взрослый мужик. Чего зарываться было? Иди-ка, братик. Я тебе сказал. Смотри, смотри. Братва, друг! Никогда в жизни. Мужики, шмур. Нет. Уходим. Нет, уходим. Ты что думаешь, ты? Что ты? Что Карине мешал? Что Карине мешал? И мне, что Иоанн Карине мешал. Чего стоит? Ушли отсюда. Мама. Ибрагим, я все верну попозже. Как так? Сейчас иду. Вот так. Нет, брат, ты на принцип, я тоже. Я сейчас кушать хочу. И потом я тебя не заставлял играть. Давно надо было отвалить. Ну ты все видел, что ж видел. Да пошел он. Здравствуй. Ты кто? Принцесса. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Так. Ой, елки-палки, Мира. Ну, извини. Папа. Ну, пожалуйста, Мира. Что же это? Ну, доченька, ну. Ну, что с тобой? Да я, ну, забыл. Ну, как тебе еще объяснить? Ну, я тебе потом объясню. Ха. Ну, пожалуйста, Мира, только ты не нервничай. Ну, пожалуйста. Ну, запарился. Ладно, прощаю. Эх ты. Доча приехала. Может, ты не рад мне? Почему? Или ты думаешь, что я не приеду? Да нет. Просто я забыл. Перестань. Устала. Большая стала. А ты седой. Это тебе. Ого.
Ну-ка. Нормально? Нормально. Ты надолго приехала? Не знаю. А что, у тебя отпуск? Нет. Значит, на несколько дней. Почему же? Если ты захочешь, и подольше могу у тебя задержаться. А может, дома что-нибудь случилось? Нет. А что так вдруг? Я откуда знаю? Я им отец, что ли? Вместе были? Я не знаю, где я вчера был. Да я знаю, что ты здесь. Я прошу тебя, приди домой. Кругом стреляю, не спокойно, кругом. А ну-ка, выходи, а то я разобью эту скляшку. Выходи! Ты чё разорался? А ты молчи ей. Притон здесь устроено. Толер, он сейчас точно разобьет мансерду. Уходите к чертовой матери. Надоело, сумасшедшая семья. Тетя Пан, успокойтесь, не разобьет. Кто это? Без понятия, какой-то сумасшедший пристал, что хочешь, не пойму. В общем так, я иду первым, ты следом. Меня здесь не ищи, я тебя сам найду. Хорошо. Ничего не поняла. Ну, подожди, ну куда тебе? Поговорим. Я что, мешаю тебе? Ну скажи. Ну послушай, сынок. Ну дай нам пожить спокойно. Живите. Я вернусь домой. Только зажили. Ага. По-человечески. А ты? Подожди! Далер, пойми меня правильно. Живи где хочешь. Но мать просит, чтобы мы были вместе. Ты
Ты у матери прощения просил? Да. А у меня? Ну, прости, дорогой. Нет, как хотите, но без меня. Привет, Светлана, с прибителем. Сам. Чехели, Бубу. Держи. Душистая травка, Бубу. Это не тот травка, который ты думаешь. Помочь? Здорово, бригадир. Я салам алейкум, начальник фан-клёд. Пойдем, поляляка. Бригадир, ты мне мало платишь за воздушный перевод. Сколько надо, столько платим. Собственно, что ли? Теперь будет 40. Бобо. 40. Не. 30. Я сказал 40. 32 я на давление. Какие 30? Какой 30, Бобо? 10 было. Зажимаешь? Павлович, 10 давал. Нет. А почему я всегда по 10 гонит, получал? Бобо не гонит, сам ты гонишь. Как не стыдно? Я сказал 40. Развели, понимаешь, здесь этот бардак. Что это было? Ты что, маленький был? Все деревья порубили? На лепешку все. Катабазу развели? Сами давно это уже спустили. Белый фур на черный перекрашиваю. Не продаете, да? Нет, краска нет. Разгружай. Что разгружай? Разгружай, говорю. Я хозяин, понял? Я хозяин. А тогда шинща. Понял? Вот так истреби. Эмэнэ! Хай, гонь, давай! Галер, слепой, что ли? Здесь люди висят. Яички. خخلبیس من خواهد تو خخلبیس من خواهد دیدار کشود اگه ای تو ایش کنن خواهد بچو من رد بشخره من خواهد من خواهد سخسخ زن من خواهد ای رفت امه چو کده نه بچو هیچی جمع کده من خواهد من خواهد ای رفت امه خواهد من کشودن یک رفت Здравствуйте. Здравствуйте. Какая. Папа, я сейчас закончу, что-нибудь вам приготовлю. Угу. Ничего не надо. Данаэ, оказывается, у тебя такая взрослая дочь, а ты нам о ней ничего не говорил. Секретная княжа. Данаэ, а где же она раньше была? Серьезно, твоя дочь. Давайте без лишних вопросов. Да. Движимый, недвижимый. Я бедный, он еще беднее. Двигаемся, крутимся, дочка. Вам помочь? Нет, не надо. Спасибо. А что произошло? Скажи. И ничего. Угу.
Ну что ж, ясненько. Ну что, выбрал, хватит? Все это хорошо, но мне это не годится. Дай 3 дня. Я сейчас кушать хочу. Ну, возьми квартиру под залог. Для коллекции. Движимые, недвижимые, говорил? Говорил? Говорил. Все слышали? Твое недвижимое мне не надо. А денег у тебя нет. Ибрагим. Окей, хай дадим время. Я же тебя просил, а ты все свое. Движимые. Все подтвердят. А что именно движется, ты не сказал. Дальше. Тогда? Тогда вот она. И 7 дней. Будем ждать денег. Ля, кешечку, ходи, стой, паскиви. А как? Пока не принесет. А ты, хромоногий! Если у него нет денег... Погоди! Ну и что? Ты что, вальтанулся, ебанте? За кого ты меня принимаешь? Что тебе? Движимый, недвижимый, относится к ней, понял? Да-да! Забирай все, что хочешь, пол, потолок, и вали отсюда! Да? Отпустите меня! Отпустите! Я с этим шазлом хочу разобраться! Ты кто такой, шакал? Прошу, что тут троллит? Прекратите сейчас же! Мадам, что ты ее позоришь? Что происходит? Люди, что они хотят от тебя? Пошутили, хватит, а? Какие шутки? Пусти меня! Лили, стой здесь! Люди, люди! Все, хватит тебе! Ты поняла? Выгони, и не двигайся, выгони. Хватит! Ты просто трус! Долг Данай, на мне, я буду играть на этот долг. А ты кто такой? А при чем здесь она? А при чем тут ты? Я буду играть и все. Слушай, я с тобой не играл и играть не собираюсь. Если хочешь, играть с ними. Будем играть. Какая игра? Ты я чего? Я уже сыт. Вот так. Алле, я сам разберусь. Да пошли вы. Ты! Забирай все шмотки и отваливай. Бас, давай. Слушай, не плачь. Это все ерунда. Хочешь, я заберу тебя с собой? А почему я должна тебе верить? У тебя один шанс. Эх, хорош, хороший. Я говорю, забирайте все и уезжайте. Ты тоже с ними играл? Ты меня выиграл? Нет еще. Еще раз, наполовину сыграйте. Эбест. Не понимаю, на что ты кидал? На эти рухли, на этот хлам. Это мне не надо. Брал, кидал, а теперь отвечай. Дай 3 дня. Да не верю, не верю я тебе, братан. Потому что ты уже подводил меня. И я был крайним. Слушай, может и вправду, а? Половину. Кто меня выиграл? Скажи, ты или ты? А может ты? Я. Мира не надо. Меня. Бери! Я сам. Ты же на меня играл. Ну отдай им долг. Не слушай. Ты меня в погоне. Не лезь. Я же мебель для них. Я мебель для них. Я отцу. Где мы идем? Что ты меня толкаешь? Отдай меня в погоне. Короче, все надоело. Пошли. Давай, думай. Нет. А что такое? Комендантский час. В такое время люди дома сидят. К ним лучше не попадаться. Что теперь? Ладно, все, можно идти. Пойдем. Сейчас
Шалом, добро наказ. Зачем тебе эта штука? Ушел, ушел, ушел. О, познакомься лучше, девушка. И завтра, видишь, баллон украл, смываться надо. Комендантский час, чтобы никого не видеть. Быстрей, быстрей. Не боись. Зачем ты меня увел? Не знаю, но думаю, сделал правильно. Волонарова, ле паруна, лякаса парунда. Стреляй там, не ходите. Партуша. Пойдешь, ты, брат. Пойдешь. Заходи. Ты здесь живешь? Бог знает, верда видит комнату. Бог? Что тихо. Еще? Стой. Сейчас. Здравствуйте, тетя Пана. Как ты сюда вошел? И почему так поздно? Вот ключ к вам принес. А почему ключ у тебя? А забыл отдать ее. И проведать вас пришел. Как вы тут живете? Вот познакомьтесь еще с девушкой. Один. Черт знает, с кем пришел. Да это не черт знает кто. Это девушка хорошая. Твоя опять? Да. Да. Каждый раз другой приходит. Ну, тетя Пан. Ну, чё? Тетя Пан, нам бы перекантоваться, а? Хорошо? Ну, куда мне идти? Их вайс вас сервил. Имр вас гудас ваш инес. У вас тетя только Пан. Одно на иди, уме. Не бойся. Ит махт вас тервольт. Вот денежки. Денежки это хорошо. Только немножко тетя много, Пан, немножко как она? Много. Красивая? На, да, красивая. Ничего. Нравится, да? Нравится. Давай пару ночей побудем у вас. Хорошо? Ну что с тобой ладно? Сделаешь? Иди спасибо. Уже, Шантрабай. Да, тетя ну Пан. Что еще? Только чтобы никто не знал, пожалуйста. Да, поняла. Угу. Иди уже. Данки. Мах вас ту вильсту, Шлехтерман. Интересно. Ну как? Красиво. Это наш аэропланчик. Так я жду. Ты о чем? Скажи. Что? А объясни, как меня проиграли. Ой. Успокойся. Никому ты не нужна. И вообще перестань командовать, ты в гостях. Я хочу знать, почему отец так со мной поступил. Ой, 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 подумаешь, оскорбилась. Ну как он мог? Расслабься, сядь. Значит, это серьезно, да? Серьезно, да? Не надоедай. Скажи мне все, это же мой отец. Я хочу знать, что происходит. Ты приставучая какая. Нет, я не приставучая. Ладно, смотри, обиженная. Вот такой расклад, и ты здесь. Ничего страшного, люди поиграли. Поняла? А могу я изменить комбинацию? Конечно, можешь. Талер, поживем, подождем и узнаем. Питер. Ладно, иду. Отдыхай. Ух ты, друг. Билетом наверху найдешь. Данки шо. Спокойной ночи. А вот и чайчик. Ну как ты тут? Успокоилась? Да. Нормально? Нормально. Ну садись. Я буду тебя кормить. Смотри, сколько всего. Ну ладно, я сама. Давай, давай. Слушай, убери руки, а. Угощайся. Ну не трогай ты меня. Что я сделал такого? А? Не знаю. Ты меня вообще за кого принимаешь? Вот ты там постой, а я поем. Хочешь, я научу играть тебя в буджи, да? Иди сюда. Ну, давай. Гардка!
О, кожа по коже, смотри, ну спорить не а будет. А что это значит? Черт нечет. На, кидай. Слушай, ты опять... Все, я ухожу спать, вот туда. Ты одна будешь? Да, одна. А да. Я где? Вот не знаю, там. Не замерзнешь? Нет, я буду тут. Сейчас уберусь и все. Так. Ну, спокойной ночи. Ты как хочешь, а я поем. Последняя ночь. Так тебе нужно. Ты просто подстроил, да? Дурак. А, я порезался. Так и надо тебе. Зачем? Наглый. Боже, там опять. Что ты ко мне прижимаешься? Потому что я боюсь. У вас веревка есть? Ты опять здесь? Какая тебе еще веревка? Смотри, что ты наделал. Степан, вы простите, я не хотел. Третий раз вставляю. Просто кто-то зло на меня имел. Стекла нигде не достанет. Простите, тетя Ван. Ну что мне еще делать с тобой? Я не знаю. Вот денежки, тетя. Я тебя очень люблю. Никаких денег не надо. Вы простите меня, тетя Ван. Я вас умоляю, тетя Ван. Уходи, уходи. Хорошо. Не приходи больше. Больше не вернусь. Подушку хоть дадите? Никаких подушек. Оп. Запомни, это все случайно и ничего не значит. Ты какая? Салам алейкум. Почти пришли. Вот он мой аэропорт. А разве можно там жить? А почему нет? Другие ведь живут. И харфи чай. Ага. И нюш чай. И харфи. Ой, ай, да, Джокин. И харфи чай. Ага, и ну шарфи че? И тебе, Здорово, педагог. Салам алейкум. И чья?
А пата дараши ногтина? Але иския? Эни девушки на мне, это ваша новая учительница фамилия, да? Она к дар с тамом. Она и колбаса. Бряк, я мог колбасой учительца. Здрасте. Летать? Я боюсь. Сюрнаме кино! Сюрнаме кино! Я пошла. Бьохари, Джон Озер, там уж умерли. تمام وری مهمونی میگو سه موشی که مو گریزه ایک مرد فون نهار سو گریخت آیا خیلی شکشتم میرایی آی تاجیز که نیپانیمایش می بیجنید آها پانیمایو وقت سه گورو تو بیجانی Наш кишляк тоже красивый был. Сейчас нету, все сжигали. Вот на небо живем. Туда-сюда. Поменяемся? Давай. Мои теплее. Вот так. Ух. Может, пойдем ко мне? Я тебя познакомлю с мамой. Папу увидишь? Да. Как ты себе это представляешь? Радуется, наверное. Слушай, может, сделать что-нибудь? Холодно. О, я придумал. Я согреваю постель. А ты приходишь ко мне. Не пройдет. А что, нормально? Спасибо. Фаталодио, где умери? Мани белиш без токат надори. Хай бугу, где умере? Хай полетаем, да? Ой, вот к саме. Ай, канда еще. Ай, кто беги раше, и рабини, и хамат. Далер? Эй, Далер! Здрасте. Эй, Саул. А, назы. Хай, чё хотел? Ну, сам понимаешь, да? Извини, разбудил, да? Хай люблю ночной город, когда сверху путешествуешь по канату. Пробовали, да? Интересно. Слушай, ты когда-нибудь порвешь мне этот трос? Не надо говорить такие слова.
Как долго ты будешь? Ну, как получится. Как получится? Нам же отдыхать надо. Канаты не порвутся? Да? Хорошо получится. На. О, ну тогда иди на старт, сейчас запущу. Спасибо. Сари-сари, пштамерам, кавгора, пштамерам, джарнако, сангора. Давай. Не варим от болу, не форму от пуем. Не фурату. Ова. Кто это? Чего он хочет? Понимаешь, у него только на небе получается. Что? Ну как что? Вот и болтун. Мамеянат, когда проводят кого и дрот фамилии, и того же яичка не стай, мы свежий воздух да отдых карне сам. Ой, лишари, кто-то да дёс нам оном, нам эмоном. Хатбадин, я с тобой. Эй, Галер, давай отсюда к чёрту и матери. Давай, чтоб руша на вином. Давай отсюда. Оли без, оли матра трама, матра не шон нету матра мара. Фамиди, оли без. Эй, мабьяна, сахару пуш не крыму бевать, хатин. Нехни, а, сяй, бабник. Сей, бабник, мам бабушек, хыдет бабник, помоги! Подсоруси! Да, подсоруси! Что, так и будешь сидеть? Может, пойдем наверх? Мне нравится. Я люблю быть одна. Но здесь это опасно. Пожалуйста, ты можешь идти. Опасно. О! Это не бой? Наверное, не похоже. А может, это конец войны? И красиво. Как там в городе? Они уже привыкли.
Ух ты. Так. Автоматика, бывает. Где пиво у вас, пиво? Да? Пошли, далее, пиво пошли. Пьем? Пиво пьем? Командир приглашает на нищий операцию. Пойдем. Çandım katı. Düğüm çıkarsın. Afas ne? Dale. Oğul. Eri kutu tepki. Naş. Sır suda da hadi. Özel böyle işte. Da hadi sluşur bu işe. Mağın familya. Arası ne proşe pivo kupit? Ne? Hoşet dayot, hoşet ne dayot. Sır anı vazmıyom. Sonu. Çok nasıl? Слушайся и учись. Эй, тупой железо, поехали. Волга, трогай! Дочка, жми, жми, дочка, давай, 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 давай. Сейчас, давай, эхла. Холодный пиво. Бубо, тяни. Жми, жми, осторожно, не сломай его. Застрялся печок на рамках. Не машу, не встаем. Полетели. Помоги, что ли? Чего там висит? Не могу. Давай, давай, давай. Не болтай ноги, давай. Она. Ассалам алейкум. Бабу. Операция пошла удачно. Окей. Все. Осторожно, двери закрываются. Сабубо. Пьем. И за нас, за всех. Голыма Чехословака. Ты любишь пиво? Тогда будем пить каждый день. Смотри, сейчас хохмут. Эй, Долер, моя доля, давай! Какая доля? Не знаю никакой доли. Вон Даврон наказ взял, 10 бутылок. Иди догоняй. А кай Даврон? Эй, что мы гумат панштан, доля, малая памяти панштан? Эй, доля, малая, что не мекуни, тетя уже. Эй, что, эй, мошенник, и что мазянку кестам? Чехословакский корова у меня, При чем здесь корова твоя, чехословакская? Здрасте. Дежурный по станции Болтача. Прошу. Ага. Стол на скатерть снимаем. Нет, тапочки одеваем. Можете, в общем, ужин готов. Завтра готов. Можете кайфовать. Ай, ошибка, да, брат. Нет.
Фарма, обслуживание. Шамол, будь на связи, мужик, прошу. Хоп. Кушать будем. Да. Поехали. Счастливо. Приятного аппетита. Сок, чай? Чай? Мясо? Еще что-нибудь хотите? Заказывать. Может, музыка? Не надо. Ну, как хотите. Ты что, грустная? Задумалась. О чем? Не люблю игру в кости. А мне нравится. А мог бы не играть. А что еще делать? Хотя да. Если ты будешь со мной. А почему не ты со мной? Ты женщина. Должна быть со мной. Восток. Так принято. Ты что делаешь? С ума сошла, что ли? Как дам сейчас больно? Я это все... А что такое? Я ведь женщина. Я должна быть капризна. Да. Ну так же принято, а? Ты готов? Не нервничай. Нет, я не готов. Болта, горение, нас здесь нет. Чухаем. Мира, тихо. Шухер, слезай. Садись. Тихо. Отец приехал. А мне какое дело? Лучше, если нас нет. Талер! Ты не беспокойся. Мы их найдем. Талер! Они должны быть здесь. Ассаламу алейкум, твой нагзин. Кали, Далер. Чихай, дядка нагзин. И мошин джинджон ищдайку. Далер, кани! Адидам, ша? Дин, хамича, батко! Бахдон, адидам, серушид, адидам, ша? Унжа, кей? Короче, дядка, уже ремонт айна, а мы... Кани дашам. Не маши, не маши. Где их искать? Я знаю, что они здесь. Иди своего папа. А ну-ка, выходи! Кому я говорю? И что будем делать? А? Ну что надо вам? Ну, никого нет здесь. Что ты делаешь там? Какое твое дело? Работаю. Человек с ума сойдет, понимаешь или нет? Я здесь при чем? Где Мира? Откуда я знаю? Не знаю, была, ушла. А кто там? Никого. Какая разница кто? Сволочь такая. Ага, ну, конечно. Не ври. Я здесь. И что? Вот они. Видишь? Мира. Забирай. Вернись домой. Нет. Приехал. Стыдно стало? Не о чем говорить. Уходи.
Ты что сюда приехала? Позорить меня? Значит, я тебя позорю? Ну, зачем тебе этот охламон? Это мое дело, ясно? Хватит болтать, спускайся! Ты всю жизнь нам врал, я не хочу знать тебя! Ты на меня играл! Нет, не играл. Заложил? Неправда. Я видеть тебя не могу! Тогда забирай свои вещи и уезжай! Я обойдусь, оставь их себе, все! Салам алейкум. Красавица ты моя. Я пришел, чтобы договориться отдать долг. Слушай, давай серьезно. Как это? Что нужно? Деньги тебе нужно? Я достану. Только оставь ее в покое. И Даная тоже. Хочешь, играем? А завязывай, дядя. Ну что, дядя, молчать будем? Да иди ты. Ну, дядя. Стой, крах! Чего лезешь? Чего надо? Ты думаешь, она мне нужна? За кого ты меня принимаешь? У меня дом, семья, дети, своя жизнь. Все претензии к этому дураку Данаю намутили, вот получай за свой язык. Ради бога, пусть девчонка у тебя, я сказал, 7 дней. Так она и будет. Я свою возьму. Так и ничего не понял. А птички при чем? Убью! Убью, гад! Убью, сказал! Убью! Далер, тебе это надо? Давай без обиды.
Ты, Мира? Да. Нужно поговорить. О чем? Да ты не бойся, я друг Долера. Пойдем. Короче, слушай внимательно. Чтобы не было неприятностей, тебе лучше уехать из города. Да кто ты такой? Это не важно. Я не хочу говорить. Послушай, а ты, я еще не все сказал. Отпусти ты меня! Хам! Вот так, когда Ангела вошла, равду тата свой бик. Заколебай, когда я мама. Не трогай! У Долера из-за тебя возникнут сложности. Он сам этого не понимает. Мы как-нибудь сами разберемся. Без посторонних. У отца тоже. Ясно? А, салон. Здорово, Доля. Что такое? Откуда он взялся? Здесь все будут командовать мной, а? Да брось ты эту истеричку, пусть уезжает. Может, ты хочешь меня? Может, я тебе нравлюсь? Что за концерт? Не трогай меня! Отпусти меня, я хочу с ним разобраться! Ух ты, ходят тут всякие! Ух ты, полочь! Сейчас буду. Прокатни нас. Что, дорогой хозяин? Включи левый рычаг. Есть. Теперь правый. Зеленая лампочка горит. Поехали. Молодец, у тебя хорошо получается. Ну как дела, мужик? Что-то ты смурной такой. Да у меня-то нормально, как у тебя. Напутал ты тут движение. Ты пойми, Долер, она приехала, покрутила хвостом и уехала. А тебе здесь жить? А? Да и люди плохо говорят о ней. Ты какой деловой. Мира, притормаживай. Да и похудел ты здорово, брат. Здесь такое вокруг, а он тоже мне время нашел. Кто подумает, братва, сам ты. Мира, молодец, все, ничего не трогай, будь там. Поцелуйчик в сердце, погоди. А? Меня из-за нее, да? Нет, это от меня. А-а. Ну тогда лови! Ты мужик. Ну как? Чё дальше? Запомни, мне плевать то, что говорит Мира моя и будет со мной. Да ты же ее не знаешь. Неважно. Ты же ее вообще не знаешь. Не твое дело.
Запомни, я люблю ее. Да ладно, хватит. Не гони, а какая тут любовь, а? Бывает, братан, бывает. میگون کسالای چی؟ ای دخترت ماندن کار تکنی؟ Спасибо, а это я возьму постирать.
Ты куда собралась, я тебя спрашиваю? Оу! Пойми, Доля, я не могу так. Что случилось? Это нечестно. Отец один, а я здесь. Да ничего с ним не будет. Мне надо домой. А как же я? Что я буду делать один? Без тебя? А? Далер, я ведь приехала к отцу, а не к тебе. Ты приехала к отцу, но иди к нему. Иди. Далер. Я сказал уже, все. Иди. Ну. Я пошла. Все. Пока. Не скучай. До встречи. Уходи. Останься. Пожалуйста. Хватит со мной играть. Отпусти. Ну, как я могу без тебя? Ты что, сумасшедший? Угу. Я разобью сейчас эту большую тележку. Отпустишь? Смотри. Выпрыгну, будешь отвечать. Ну, лучше отпусти. Последний раз говорю. Настоящий несчастный идиот. Я тебе сейчас покажу. Оп! Пожалуйста. Жить надо, копать надо. Где надо? Будем якун. Надоело. Хэс, хэс. И кататься будем. А. Чё? Я же тебя не прогоняю. Я тебя прошу как отец. Ну я тебе советую. Я никуда не уеду. Я буду жить здесь. Хватит! Надоело! Не бойся, ни с тобой, ни в твоей квартире. Я найду, где мне жить. Что происходит, Мира? Вы мне все надоели. Зачем пришел? Отпусти.
Чего тебе? Как дела, Данайка? Кто ты есть? Что ты суешься? Игрок. Хренов. Данайка, не волнуйтесь, мира со мной. Все будет нормально. Посмотри на себя. На меня посмотри. Зачем мы ей? Она здесь никому не нужна. Да при чем здесь она? Мне нужна. Чего? На фуникулер бахлажан таскать тебе чай? Не потянешь ты ее. М? Как-нибудь попробую. Скажи, ты ее любишь? Угу. Серьезно? Прогони ее. Пусть уедет. Видишь, здесь горе никакое. Да все будет нормально, чего? Ну, ради меня, ради нее. И здесь никак нельзя оставаться. А? Ладно, Данная, сами разберемся. Ты все понял? Может быть, он прав. Лучше уехать пока. Знаешь, Долечка, ведь я не кабина, которую ты двигаешь. Решать за меня, куда и когда мне ехать, ты не можешь, потому что ты никто для меня. Никто. Долечка. И что это значит? Не понимаешь? Ты меня не выиграл еще. Уходи. Moylan boş. Krome dallera. Sen papalan. Yoba. Nezu. A te de takam. Hakim. A te ay kalonu çor takam. Dede. Na palavinu. Krome dallera. Kam. En noma. Krome dallera. Hama rui zamin. Gat kam. Osho. Hama rui zamin. Gat kam. Ino. Nez, nez. Bona ne agonci dogo. Ne mor. Bana, bana, bana. Ina, mamu. Gürt. Я пропускаю. Я пас. Спасибо. Кто? Играем? Выхожу на тебя. В таком случае я тоже завязываю, а то у меня на дорогу не падает. В город приедешь. Терпи. Рука смотри, как она. Мехазин. Подогревчик! А кибрем будем играть? Продолжаем, конечно. Давай.
Что ты делаешь? Мира, как ты нашла мой дом? Очень хочет, тот найдет. Нашли место. Мужик, зонтик подними, она мокрая совсем. Пойдем. Идем, идем. Нет, не надо. Домой. Залер. Идем на поле. Саш. Пожалуйста. Мама, у нас гости. Что же ты не предупреждаешь, когда гости? Извините. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама? Да. Гости сегодня останутся ночевать у нас. Что это значит, Далер? Как это останется ночевать? Мне совсем хватит. Я так думаю. Да. У него неплохой вкус. Ну-ка, кормись, мэр. Пожалуйста. Спасибо. Может, вы хотите есть? Нет, я не ем на ночь. А это тебе. Далер. Спасибо. Извините. Чига, Далер, можно тебя? Ты куда? Я сейчас. У вас шикарные волосы. Хотите, я вам сделаю прическу? Вы? Я нет. Очень известный мастер. Нет, не так больше. А? Скажите, как давно вы знаете Далера? Три дня. Всего? Это же дочь Даная. Я так и поняла. Я слышала, что с вами там что-то произошло. Мама, перестань. Это не серьезно. Нет. Просто это шутка. Шутка. Худо.
А вы надолго к нам приехали? Не знаю, как получится. Может быть, и надолго. О, смотрите, вода. Сколько раз я просила, чтобы они починили эту проклятую крышу. О, он уже нагулял. Смотри, какое мясо. Хорошая дыба. Погода начинает портиться. Снег, наверное, будет. Извините, я взяла ваш крем. Ничего, ничего, пользуйтесь. Спасибо. Вы ложитесь в одежде? Да, не страшно. Я вам дам свою рубашку. О, нет, нет, не надо. Возьмите. Не стесняйтесь. Переодевайтесь. Угу, да. Ваш отец знает, что вы здесь? Это не важно для него. Вы старше Долера? Я его не спрашивала. Вы знаете, Мира, я хотела вам сказать, что Долер ужасно несерьезный. Он безалаберный. Он только кажется взрослым. И вообще он очень похож на своего отца. Я страшно устала от них. Мне очень тяжело. Да они добрые. Что? Нет, ничего. Значит, я плохая. А все хорошие. Я так не сказала. Мира. Ты понимаешь, я должна выйти на улицу на некоторое время. Мне здесь ужасно. Не выдумывай, никуда душно, не пойдешь. Душно, здесь воздуха нет совершенно. Ну, я просто хочу погулять. О, это опасно, пойми. Ай, только не для меня. Ты противная какая. Да, противная. Гулять, гулять.
Все, что я тебе говорил, ерунда. Это деньги. Сам знаешь, кому, сколько, чего. Зачем это все? Я не знаю, что вы решили. Я не хочу вмешиваться. Забирай ее и уезжайте отсюда. Нечего вам здесь делать. Как это? Куда я поеду? Что я буду делать? Вы что, сговорились? Слушай, Толер, не выйди. Сказал, нет, все. Папа, ну как? Ты идешь? Я пока нет. Ладно. Yes.
Ну, рассугаться! Ой, спасибо. Рагадей. Юш. Ну, не хохат. Юш. Ну, не хохат. Схохле, бес. Ну, не хохат. Схохле. Отправь меня. А при чем? Болтай, ты мира. Мира, ты? Я здесь. Далер, ты обещал мне. Как ты мог так? Мира. Не надо, Далер. Понимаешь, Мира? Мира. Ты обманул меня. Ну ты пойми, подожди, я должен, понимаешь? Мира. Мира, подожди, болтай, не отпускай. Мира, я тебе все объясню, так надо, понимаешь? Я ничего не хочу слышать. Мира. Давай, давай, управляй. Пожалуйста. Болтай, не отпускай! Мира! Болтай, не отпускай ее! Мира, подожди, я тебе все объясню. Болтай, сука, остановись! Мира, подожди, я тебе... Не уезжай! Мира! Мира! Я все равно найду тебя! Слышишь? Мира! Ну, прости же, Мира! Ты все равно будешь со мной! Я люблю тебя, Мира! Передайте Далеру. Конечно, скажу. Ну что ты? Боже мой. Ну что ты? Не надо огорчаться. Прости нас. Мы... Не беспокойся. Все будет нормально. Спасибо. Сегодня уезжаешь? Угу. Я провожу тебя. Да. Знаю, зачем я приехала. Похоронить отца. Нет, Мира. Я думаю, что ты приехала за тем, чтобы за тобой гонялся один такой неуклюжий, длинноносый трандалерчик.